составе итальянской делегации Рязань посетили мэр города Канталупо-Лигуре Жан-Пьер Дальо, председатель общества дружбы Италии-России Мара Сканьи, депутат итальянского парламента и высшего судебного совета Италии Бальдуцци Рената и ряд других чиновников и бизнесменов. Олег Ковалев отметил, что проведение встречи в день празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне имеет особое значение. Мне очень приятно, что в Италии это понимают. Мне очень приятно, что в Италии сохраняют память о нашем земляке Федоре Полетаеве и других земляках, которые вместе с итальянскими партизанами боролись с фашизмом. Губернатор поблагодарил представителей итальянской стороны за активное сотрудничество с регионом и вручил памятные знаки «Благодарность от земли Рязанской» членам итальянской делегации. Гости из Италии оценили гостеприимство рязанцев и выразили надежду, что связи между нашими регионами будут укрепляться как в культурной, так и экономической сферах.